Šī kā bija ieplānota pēdējā cīņa šovakar, bet mums ir uzradušies divi gribētāji no skatītājiem. Snizu, bok, nī. Бойцы на середину. Давай, Янка. Так как вы не присутствовали на разъяснении правил, да, вызвались в чемпионате в этом выступать, шоу кратко объясню. Локти. Нет, ни в голову, ни в корпус, ни в партере. Колени. Только в голову запрещены. В корпус можно как в стойке, так и в партере. Ноги. Любой уровень. Нижний, средний, высокий. Любые броски. Пинать лежачего запрещено, соответственно, тот, кто внизу, тоже не может пинать стоячего, да? И партер, болевые, удушающиеся. То есть в партере может только в голову кулаками. Ну и по корпусу, естественно. Пожарный угол. Я ее налетаю сразу, 1000 ударов. Угол. Готов? Готов? Погнали! Погнали сразу. Янка, давай как в трубе, вот как в трубе, давай, бей! На, давай! Витонговцы! Бей, Янка, не толкай! Ага, вот, бросай, Янка, бросай! Ой, хорошо, апперкот! За спину зайди! Ой-ой-ой-ой-ой! Давай, давай, давай! Аккуратно! Брось, брось, Янка, ну дерни его к земле! Дерни к земле, ну подними ногу. Вот так. Вверх нельзя движение. В лицо в песок его. Ну, Янис, давай, делай что-то. Потом выспишься, давай уже, упади на него. Все, все, все. Янка! Стоп! Стой. Что, что такое, блин? Янка, ну, давай, давай, давай. Развернись. Развернись. Больше ударов руками не нет. Развернись. Can you... Погнал! Экшн! Руками работай! Ой, хорошо! Давай, давай, еще! И брось его на землю! Давай, иди, веди его сюда, я помогу! Давай, давай, давай! Бей, Янис, бей! Янка, ну брось его на землю, через руки! Раз, два и на землю! Давай драку, драку давай! Вот она! Стоп! Оба подошли сюда. Вам же нужен отдых, да? Немножко нужно отдохнуть. Иди сюда! Пусть секунданты приведут в чувство вас. Зарядитесь энергией. У Манвала в кармане есть батончик Сникерс. И чизбургер! Устал я быстро. Чё ты устал? Ничего не устал. Короче. Капаешь, не нужно ударить. Зачем? У тебя лицо, ну, не скажу, что красивое, но оно все-таки, блядь. Зачем тебе хуже его делать? Мы готовы! Готов? Конечно. Поел? Поел, поспал. Готов? На работу съездил. Файт! Пошел! Вот и на землю, Янка, на землю бросай. Подсеки ногу, подсеки ногу. Ну подсеки ты ногу, Янка. Ну подножку сделай. Вот, вот. Дерись, как тигр. Янка, ноги, 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 сразу, ноги, ноги падай! Ай, иди, давай! Вперед! Ты боец! Вот! Давай, Янка, ударь его, подсеки ноги, подсеки! Возьми за ноги, возьми за ноги! Возьми за ноги! Янка, возьми за ноги, бросай, бросай! Головой. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Он устал. Смотри, вообще. Тоже устал. Ну еще один перерыв сделаем. Секунданты, работаем! Давай, 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 давай
боксируй. Что ты берешься? Возьми за ноги в песок, на-на. Там хоть секунданты, настроим бойцов на финальный рывок. У него тоже нету сил. Давайте, давайте, принципиальный матч Польша против Кореи. Корейская школа рукопашного боя. Да ничего, он тоже устал. Ну начнешь, как пойдет. Там уже я уже сам мешаю. Миша! Витя! Славик! Я знаю! Пырь ты! Давай! Готов? Готов? Финальный старт! Экшн! Давай! Делай, Янка, делай! Бивай, лох! Он сбил шок! На него! Янка, на него! И ронять! Он зацепился за канат! Стоп! За канат зацепился! Давай, Янка, в ноги прыгай! Давай! Чуть-чуть осталось! Давай! Сейчас спросим у публики. Бойцы требуют еще перерыв. Можно? Секунданты, работаем! Я без работы не останусь. Я в лаке не дышит, он уже устал. Ой! Давай, Янка, чуть-чуть устал. Ну пройди ты в ноги, чуть-чуть. Ты же кидаешь в корявую левую ногу. Давай. Что у тебя? Жена, дети, я знаю. Давай. Ему уже Цой мерещит. Его Цой зовет. Залезай в ринг, помоги. Видишь, как тебе секунданты работают? Нормально, ему не нужно. У меня сил нету. Есть у тебя силы, что им врешь? Есть у него силы, он гонит. Он обманывает соперника. Давай, Яна, просто врежь на него, урони его. Он вообще ничего не делает. Будешь, давай, все, уже все, подождай. Откажешь, все. Все. Вот последний, говорю, последний рывок. Что ты ноешь? Я не могу ходить. Можешь ходить, тебе 25 лет, как ты не можешь ходить? Давай, ходи. Ну, ребята, ты давай, тебе же есть за кого? За Цоя. А ты за Мариуша Пудзиновского. Уронил, что ты стоишь? Просто в ноги не упади, все. Просто на колени перед ним. Готов? Нет. Цой жив! Сдаешься? Хорошо. Цой жив! Леонид меньше по дискотекам, больше кроссы. Слово победителю. Можешь по-корейски? Мир. Белый всех, кто болел. Это, кстати, классная шутка для КВМ, запиши. Спасибо, в общем, всем друзьям, кто смотрел, кто болел, организаторам, судье. Спасибо. Спасибо.